Ну и обещанное, уважаемые телезрители, татами Б. Мы постарались выбрать для вас все самое интересное, все самые любопытные поединки. Наверное, сливки. Это да, это, знаете ли, самое-самое. Эдгар Колян, человек, о котором говорено было очень много, судья на татами мне знаком, более того, я его сейчас наблюдаю рядом с собой в комментаторской позиции. Александр, вот что для вас будет конкретно, как для судьи, данный поединок? Вы знаете, гордость заключается в профессионализме и в дисциплине. И вне зависимости от того, кто бьется, даже что-то за призы. Если ты судья, ты должен судить так, а ты должен судить профессиональный судья. Колян, видите, как интенсивно начал этот поединок. Сел, ну а что сейчас будет придумать? Сразу руку забрал, обратите внимание, ну и додавит. Ну что ж, за... вот такого спортсмена судить крайне удобно. Ну, конечно, тут двух мнений быть не может. Никакие личные эмоции, никакое отношение к спортсмену не влияет. Если человек приехал на соревнование побеждать, он побеждать должен так, чтобы даже сами предвзятые судьи не сложились мысль о том, что он проиграл. То есть убедительно. Что, собственно, Эдгар и продемонстрировал. Да, Рашид Гулиев ничего не смог противопоставить этому молниеносному натиску. 36 секунд. Эдгар Коляна, да, все закончилось сверхбыстро, сейчас понаблюдаем на повторах. Хотя я могу сказать, что его оппонент Коляна владеет техникой борьбы. Ну да, и 9 лет КУДО занимался, как указано в его личном профайле. То есть, безусловно, не новичок, и так вот получилось у россиян своего оппонента задавить.